за 27 марта 1945 года. Авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла удары по военным кораблям и транспорту с войсками и техникой противника. В результате севернее Гданьска и в порту Пилау потоплены подводная лодка, 3 сторожевых корабля, плавучий док вместе с находившимся в нем судном и 11 немецких транспортов. В Венгрии между Дунаем и озером Балатон противник пытался удержаться на заранее подготовленном оборонительном рубеже у железной дороги Ер-Папа. Советская пехота выбила немцев из укреплений и заняла город Тет. На 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и самоходных орудий, воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 96 самолетов противника.